Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Starbound. И сегодня давайте мы принесем веревок. Тен. 10 веревок. Вот этому чуваку под аутпостом. Он нам отдаст свою маску. Ну а потом пойдем попробуем уже покопать нашими бурами. Поискать новую руду мы не найдем пока что в этой системе. Я думаю, я пока из этой системы уходить не особо спешу, потому что мне есть куда еще потратить эти руды, которые я могу здесь найти. И есть у меня замечательная планета на примете, где мы можем покопать. Но первым делом, перед тем, как пойти туда копать, я хочу найти водную планету. Совсем водную такую. Вот. И все, я, по-моему, разошелся уже так не на шутку, да? Харе спать. Всем больше ты квестов не даешь. Стремная маска. Но я с этой похожу, это мне что-то как-то не очень нравится. Вот, все, больше. Да, больше ничего интересного. Он не просто так здесь, короче, прячется, говорит. Так, а вот обратно что-то. Не получается уже так с разгону. Ну, хотя. Вид еще у этого крюка какой-то стрёмный. Вот эта полосатая такая лента как-то меня не особо на самом деле радует. Вот, ну да ладно. Возвращаемся на корабль. Наконец-то. И давайте поищем сейчас водную планету. Нам нужно найти на дне морском нечто. Так, давайте, тут у меня где-то есть место для хлама. Угу. Кирки с собой берем. Точнее, буры. Эту можно кирку выкинуть. Ну, я даже не знаю, зачем мне еще эти остатки. Давайте их куда-нибудь в наш большой склад закинем. Да, нет, не в рефайнилку. Сюда мне не надо. Да, нам нужно будет сундучков немного больше здесь расставить. Сделать как-нибудь какой-то склад такой нормальный, да? Но это потом успеется. Давайте поищем затопленную планету. А, это что у нас? Это Луна. Понятно. Это океаны, но они немного ядовитые, поэтому как-то не очень меня радует такой вариант. На самом деле у меня это система радиоактивная, да. Здесь, да, здесь все у меня... так, да, отстань ты, все... Все планеты радиоактивны. Давайте поищем. Может быть, что-нибудь вот здесь. Пустыня, лес. Пустыня. Лес. Много леса. Так. Пустыня. Астероидные пояса. Луна, понятно. Это нам не интересно. Радиоактивная, радиоактивная, стандартная. Луна. Понятно. Гусеника как-то немного. Давайте вот, может, что-то здесь. Луна. Лес. Лес везде.
Тоже ничего интересного. Луж. Пустыня. Так, не, ну это как-то грустно. Лес. Так, это, неужели это та же, да, звезда, которую я смотрю? Которую я уже смотрел. Опять луна. Лес. Пустыня. Газовый гигант. И целая гора пустынь. Здесь тоже. Так. Это будет не так просто. Оказывается, как хотелось бы, да, найти водную планету. Океаническую. Чем лес? Тот же лес. Интересно. Интересно. Эй. Что за дела? Так, вот. Вот это я, наверное, смотрел уже. Замороженная звезда. Не, ну замороженная, хотя, наверное, здесь, да? Магма. Температура. Температура нас сейчас не пугает совершенно, потому что... Какие-то... Фригидный океан какой-то. Да, бесплодный, ну правильно, это где ничего нету. Ух ты, ничего себе, далековато. Далековато, и очень опасно здесь. Ну или не очень, но в общем опасно. Я что-то как-то не особо горю желанием туда лететь. Так, где наш корабль? Давайте мы посмотрим. Я далеко куда-то. Давайте пойдем в другую сторону. Понятно, очередная бесплодная планета. Так, не то. Пустыня, лес. Луна. Так, а я не могу никак задать, да, какой-то параметр. Вот мне нужно найти вот водную планету и все. Больше ничего мне не нужно. Нельзя как-то сразу настроить наш бортовой компьютер на поиск именно таких планет. Ладно, ребят, я, наверное, пока нажму на паузу, сейчас поищу что-нибудь, и как найду, то сразу к вам вернусь. Так, нашел. Наконец-то нашел. Относительно спокойная такая планета, и недалеко от... недалеко совсем от меня. Где-то вот это, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Да. Вот. Покрытая океанами. Капельку топлива израсходуем, совсем недалеко лететь, что очень приятно. Отпусти меня, зараза. Отпустил, смотрите. Хорошо. Так, крафтить пока что нечего. Ну, я в полной боевой на самом деле. Посмотрим, как работают вот эти штуки. У меня одна уже есть. Давайте я кирку сюда поставлю сразу. Ну, крюк пока отойдет туда куда-то подальше. Я думаю, крюк мне не особо сейчас нужен. Ну и ждем, пока долетим. И пойдем поплаваем немного. Хотя, да, что я собрался копать в водной планете? Не, ну что-то мы там должны выкопать, по идее. По идее. Ну, сейчас будем смотреть. Смотрите, да, здесь даже как-то... Туманненько. Ой, простите, пожалуйста. То есть не вся планета покрыта океанами, как ни странно. О, слушайте, мне кокосы еще надо были, да? Да, мне еще нужны были кокосы. Вон, кстати, это кокосовые. Я думал, это банановые пальмы. А это кокосовые. Но... Вот это... А бананы не на пальмах. Или на пальмах. Зачем бананы растут?
Во, вот кокосики мы нашли, отлично. А, так, у нас есть немного... Так, местная жизнь на планете. Давай сразу. 9 урона. Пойдет, пойдет. 9 урона, это хорошо. Все, энергия закончилась. Не надо в меня стрелять. Это 12. Нормально, нормально. 160 пикселей идет с них. Вполне хорошо. Да харе, харе. Разошелся. А здесь даже шум прибоя так слышен. Ой. Везде. Так, мимо. Все, сейчас быстренько восстанавливаемся. Давай, 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 давай. Шестьдесят, ну, такое. Блин. Можем, кстати, угля немного взять. Может, что-то мне понадобится еще для чего-то уголь. Вот, кстати, из них эти штуки для крафта выпадают. Так, давайте мы сейчас посмотрим. Хорошо. Ага, бур у нас копает только на 2 клеточки, но копает в разы быстрее. Вот прелесть, конечно, тут не поспоришь. Не поспоришь. А давайте посмотрим теперь на наш этот... О, нет. Наш манипулятор материи. Улучшать и улучшать еще, по-моему. Ну, хорошо. В любом случае, ныряем. Дышать нам не нужно. Всплыть я ж смогу, правильно? Да, без проблем всплываю. Не иду ко дну, как... Как камень, да? Ой, смотрите, рыбку убил. Зараза. Так. Ух ты. Ух ты. Смотрите, как здесь прикольно оказалось. А, давайте посмотрим, это что? Я воды немного собираю, да, теперь при помощи манипулятора. Что-то потемнело здесь. Пойду я там... А, это растение, да, я понял. Растения мне свет давали. А это... Местные деревья. А вот эти келпы, да, мне нужны? Давайте сейчас посмотрим. А, да, 300 келпов нужно насобирать. Так что пошли. Песок нам не нужен. Там где-то руда была, кстати. Единственное, что проблема в том, что факелы я никак не могу... Водоросли, видимо. О, слушайте, там какая-то рыбина. Опасная. Ну ладно, не очень опасная. Там еще одна была. Где-то, нет? Да, где-то... Сейчас мы пособираем всяких ништяков с них. Сырая рыба просто из них идет, да? Такое себе. Вот эти штуки даже быстрее рубятся. Так, ты добрая рыбка? Да, это какой-то дельфинен. Нет, не дельфинен. Ты не дельфиненок. А ты зараза. Какой это не дельфиненок, я понял. Мочить каждую рыбину будем. Давайте бинтуемся. А, и что у нас вот это? Это уголь, насколько я понимаю, да? Опять же, неинтересный, ничем не примечательный уголек. Так, сколько-то у меня уже этих? 120? Пока мало. Пока мало. Еще бродить нам и бродить. По дну морскому. Так, давайте. Да, это... Уголек. Уголек. Кстати, можем вот так вот передвигаться. Быстрее получается. Еще, как ни странно, я эти ростки собираю, саплинги. Из вот этого безобразия. Кстати, вот эти штуки можно, да, использовать. Я могу их поставить, интересно.
Да, смотрите, их можно как факелы использовать. Единственное, что они как бы, да, не стакаются фактически, потому что их очень много разных видов. Но в целом можно как факелы использовать. Надо будет сейчас... О, смотрите, сундук под водой. Интересно, что-то там зелененькое нашел. Что это было? А, это я научился, наверное, крафтить что-то. Оу, треуголка. Пиратский костюм. Пойдет. Забираем. Одобряем, забираем. Не знаю, зачем, я им все равно, скорее всего, пользоваться не буду. Научился еще что-то крафтить. Кстати, можно попробовать... Нет, нельзя попробовать. Думал, можно попробовать просто выкопать под растением этим блок. Надеялся, что растение упадет, но, видимо, не упадет. Интересно, будут они светить на поверхности? Эти вот растения. Чувствую, у меня будет очень-очень много хлама в инвентаре сейчас. И бур, кстати, тоже ломается. Печально. Так, ну что там, есть? Да, уже 400, уже даже 500. Давайте еще пробежимся немного. По самой поверхности, да? Тут светло и хорошо, в принципе. Очень удобно бегать. Просто чтобы знать, что да как тут. Вон, кстати, еще один сундук. Пиратские сапоги мы нашли. Чё, похоже я на пирата? Если вот это вот бревно убрать, да, которое... Ну, не светит все равно. Как бы я не хотел этого. То, в принципе, что-то есть такое. Робо-пират, да? Что-то есть. Ладно, погнали. Так, где моя винтовка? Смерть всем рыбам. Кстати, вот еще один сундук. Водный шар, что? Ладно, видимо, не важно, что это такое. Идем еще посмотрим, может, что интересного еще найдем в сундуках тут. Так, энергия закончилась. Или это я уже по кругу иду? Это да, я походу уже по кругу иду, потому что вон пиксели валяются. Хотя я по идее там должен был выкопать деревья, может это не после меня пиксели валяются. С винтовкой такой, да? Это, конечно, круто. Очень удобно плавать, наверное. Так. Или вот это вот я уже по кругу пришел тут же. Да, кто не знал, планеты у нас круглые, скажем так. И их не так-то сложно обойти. И вернуться, да, к тому же месту. Ну вот, собственно, растений уже нету. Скорее всего, здесь я уже был. Это растет еще, что странно. Так. А может это еще те места, где я не был? Интересно еще, как выбираться отсюда.
О, смотрите, ко мне. Стреляй, стреляй, стреляй. Опа. Гадские дельфины. Ну, короче, я ничего интересного уже не вижу. Поплыли. А ну, кстати, можно здесь посмотреть, насколько светит или не светит этот. Да, смотрите, светит все-таки. Под водой очень хорошо это заметно, что от него свет идет определенный. Ну, ладно, останемся. О, слышите, да, эти звуки? Останусь я пока с этим делом. Поверхность, да, здесь совсем недалеко. Очень удобно. Кстати, да ладно, доломаем кирпичину. И пойдем сейчас сдадим квестик. Что нам за этот квестик дают? Я уже не помню. Птица, зараза, ко мне еще прилетела. Сейчас пойдем сдадим и узнаем. Так, так. Гоу. И да, нам надо будет вернуться. Наверное, я вернусь вот на ту же планету, где я копал, где я нашел вот эти вот 30 алмазов. Да, и начну копать себе там тихонечко. А, потому что... Кстати, кокосики мы сейчас тоже принесем. А, потому что, да, там было и достаточно титаниума, достаточно урания. И алмазики тоже встречались в хорошем количестве в таком. Поэтому возьму-ка я... Попробую опять же найти, она где-то недалеко, та система была радиоактивная, стой, вроде радиоактивная, но на самом деле не очень радиоактивной планетой. Так, тебе что? Кокосик, держи. Так, кто там следующий у нас? Кто там следующий у нас? Да, наноскин, который, да, позволяет не получать урон от радиации. Так, ну это все замечательно. Больше квестов мне никто не дает. А нет, дает, смотрите, все, все как положено. Так, понятно. Короче, нужно... Я думал, мне нужно не только нагрудник нужен, да, полный сет брони. Но хватило, видимо, только лишь одного нагрудника, чтобы получить следующую миссию, которую я буду уже выполнять, естественно, не в этой серии, а в следующей. Потому что... Время наше потихонечку заканчивается, еще, конечно, есть, но я бы хотел все-таки улучшить себе манипулятор материи и скрафтить себе сет брони. Нормальный сет брони. Давайте, во-первых, мы против радиации, что-то, да, вот, какая-то мистическая апатия. Так, нет, 3D-принтер мне не надо, мне нужна технология. Ground Smash. О, смотрите, да, появились технологии второго левела, не только Rocket Jump. А у меня только одна технология, да, только одна. Это печально. А, 80 энергии расходуется, да? Понятно, это нам не интересно. Защита от радиации. Давайте посмотрим на голову, что у нас есть. А, кстати, защита от радиации у нас уже открыта. А вот на голову... Класс. Можно призывать лодку. За 50 энергии можно просто лодку призывать. Баунс, это я в шарик, наверное, да, окутаю себя и буду прыгать по земле. Ну, такое. Ну, а лодка... как-то не хочется мне на лодку тратить. Технология. Давайте посмотрим. Ground Smash.
80 энергии, блин, дороговато тоже в плане энергии. Короче, пока что ничего мне не интересно. Радиация, air supply, вот куда у нас костюмчик, да? Ну окей, попробуем. Но с другой стороны, радиация мне там, на той планете, где я сейчас буду, мне она не особо грозит, поэтому... Давайте сейчас избавимся от этого всего хлама. Совершенно от всего хлама. Саплинги мне не нужны. Келпы мне не нужны. Блин, слушайте, мне нравится моя вот эта одноглазая маска, но я пока похожу в костюме пирата. Поэтому маску я пока оставлю. Это еда какая-то. Давайте. Сколько у нас? 50 факелов. Ну, еще я могу сделать на самом целую гору факелов. И на водные планеты я уже вряд ли буду спускаться. Поэтому, наверное, пока что я все это дело выкину. Коралл какой-то, насколько я понимаю. А, это даже не коралл, а, наверное, какая-то еда. Мячик. Блин, этот хлам. Я выкидываю. Это ужас. Я не понимаю, зачем все это. Это семечко подводная какая-то. Это все нам не интересно. Давайте. Ой. Нет, не рефайнится. Не рефайнится, к сожалению. Давайте вот это мы переложим сейчас. Бананчики, кстати. Нету места под бананы. Непорядок. Тут кусочек золота лежит еще. Так, золото, уголь. Кстати. Да, давайте я факелов, просто вот со всего угля сейчас факелов себе сделаю. Бам, 200, ух ты, порядок, вот это я понимаю. Накрафтил себе факелов. Так, и пока что вот это переложим сюда. Ну, я думаю, надеюсь, что мне хватит. Хватит пока что вот этих инструментов на какое-то время. Давайте, кстати, я что-то мог бы отправиться уже на ту планету, где я копал. Она где-то вот здесь. А вот это вот радиоактивная, по-моему, была. А где саму планету мне искать? Вот это вот тоже хороший вопрос. Вот это вот, да. Чужеродная планета. Давайте сейчас посмотрим. А вот, кстати, кодексы. Я там в прошлой серии не мог понять, где кодексы, да, вспомнить, где их можно почитать. Можно почитать кодексы здесь. Glitch introduction. Они все не отмечаются, те, которые я читал, да? Одиночество. Понятно. Понятно. Это не то, что я хочу читать. Ладно, было бы еще на русском, я, может быть, почитал бы. А так на английском нет. Спасибо. Так, я еще не смотрел, что на вот этой вот машине я могу делать. Лазерный диод алярма. Переключатель какой-то. Большая красная кнопка. Да. Сенсор жидкостей, слушайте. Переключатели разнообразные. Сенсор еще. А, вот это вот нажимная плита. Очень удобная. Маленькая красная кнопка. Какие-то реально разные переключатели. О, турель. Может, только единожды быть установлена. Платина нужна и пикселей 500, да? Турель. Слушайте, ну это забавно. Забавно. Может, если она стреляет нормально, то тема такая выйдет. Так, хорошо. Все, я вроде готов. Давайте мы немного покопаем. Beam to Planet. Пойдем, да, у нас тут время как бы есть. Тем более здесь я уже копал. У меня тут все расчищено. Сейчас я, правда, упаду и разобьюсь. Скорее всего, на самом деле, да, потому что... А, у меня же есть крюк. Крюк. Я уже не разобьюсь. Привет. Привет, мой друг.
Ну, вниз спускайся, что ты. Сейчас пойдем посмотрим на мои туннели, как я тут забирался вообще. Что у нас тут интересного было? Да, вот эти вот биомы довольно забавные. Да что такое, я косой, капец просто. Там у нас немного есть, вот здесь титана немного. Давайте мы нам уран тоже нужен, поэтому будем его тоже собирать. Окей. Так. Я давитое болото. Я на хп свой. Я, блин, не рассчитал я немного что-то. Я слишком быстро помер, блин, лол. Это вообще 30%. Да, потратил. Потрачено. Потрачено. Понятно. Бывают в жизни огорчения. Ну, давай. Эй, мы так не договаривались. Все, смотрите, я в воде сразу потух. Так. На самом деле такая не очень приятная планета, потому что мобы такие не слабенькие. Так, это да, серебро, и вместе с серебром немного этого платинки я забираю. Забираю эту штуку, я тоже забираю. Так, куда я там спускался? Вниз, сюда, по-моему. Да, похоже на то. Вот это, кстати, по-моему, тоже. Да? Да, платинка. Платинку я буду тоже собирать по мере возможности. Потому что из нее тоже как минимум можно буры крафтить. И она лучше, чем золото. Так. Вот здесь уже мы поосторожней. Поосторожней. Так. Опс. Согрел слишком много. Там поглубже мобов будет меньше. И будет попроще как-то. Как мне показалось, во всяком случае. Слушай, да помри ты уже. Жирный такой товарищ оказался. Так, понятно, мы в радиоактивное болото это не полезем. Я недаром сюда вот шел в обход. Еще одно болото. Мобы стрёмные. Пойду я. Вот, да, вот это как раз те слой плоти, о котором я говорил. И, кстати, костей тоже, да, не просто плоти, а еще и костей. Деревья здесь такие стрёмные растут. Тихо, тихо, не надо падать. Все, давайте перебинтуемся хорошенечко. И пойдем потихоньку поглубже, подальше. Я, наверное, совсем, да, к ядру туда спускаться не буду. Планеты, да, потому что там что-то типа обсидиана, да, и не копается там совсем. Так, куда я шел?
куда я тут только не шел. А, вот здесь я, короче, наверх выбирался как-то, да? Или забирался. Или выбирался. А, там что-то было просто вкусненькое сверху. Так, надо глубже спускаться. Хорошо. Разобрали заразу. Так, и чё? Чё дальше? Чё дальше? Куда я дальше шел? Я не понял. Все, ждем перезарядочку. А я пока посмотрю, куда я тут мог дальше пойти. В радиоактивное болото я не прыгнул. Это точно? Или я где-то на этом уровне и накопался? И пошел домой со всем моим добром. Что-то на то похоже на самом деле. Хотя там вон немного пикселей лежит. И где-то здесь лаборатория какая-то, да? Слышите, электричество. А, вон. О, кстати, что, неужели я... Так. Почему-то у меня смутное подозрение, что там была просто обычная вода раньше. Потому что тот сундук я полутал. Тот сундучок я полутал. Я не помню, что там было. Но тот сундучок я забирал. Однозначно. Там вон даже видно, что я там был. Может, что-то после последних обновлений, да, здесь стало более опасно? Ну, потому что, по идее, по кислоте туда проплыть не мог. А, фу ты, точно. Точно. Ребята, это была ловушка просто здесь. Все правильно, я вспомнил. Здесь была ловушка. Там, где вот сейчас сундук, вот там вот сверху, да. А, там была комната, полностью залитая кислотой. И я как-то не обратил на это внимания, думал, там водичка какая-то, вскопнул, вся эта кислота вылилась вниз, и, собственно, поэтому вот тот вот проход, он залит кислотой. Вот. А после этой комнатки, куда я уже пошел, я не помню даже. Вот это да, это я здесь ходил, было дело. Может, наверх куда-то? Нет, наверх я точно не ходил. Ну ладно, не столь важно. Давайте пойдем куда-то вот сюда. Ты добрый? Он добрый. О, смотрите, сразу целая гора платины. Причем действительно гора. А бур неплох на самом деле. Очень даже так неплохо. Ау, больно. Давайте пойдем посмотрим, что тут. Угу, много довольно-таки этого урана. Давайте я здесь тоже заберу уранчик. Он нам наравне с платиной сейчас нужен. Один к одному фактически. Поэтому, так, это... Обычная вода, хорошо. Всегда рад обычной воде. Сломалась. Первая дрель моя сломалась. Ну ничего, у меня еще есть запас. Пойдет. Надо здесь нам какую-то подставочку сделать. Чего у меня здесь? Глины много. Пойдет, будет глина. Для подставочки. Может, сейчас еще алмазики где-то найдем здесь. Ну, хотя тут довольно плотная земля, и мне это
не особо нравится. Надо пробовать куда-то вниз копнуть. Давайте, пойдем. Хорошо, хорошо, так копнули вниз, ничего не скажешь. Очень хорошо. Так. Еще лабораторию я слышу где-то. Где-то снизу, походу, да? Давайте сейчас здесь пройдемся, посмотрим. Здесь ничего нет. Можно было там этот гравий немного вскопнуть, да. Спустить сюда. Так, а ну-ка. Что тут у нас? Понятно, давайте мы сначала первым делом... Избавимся. О, сразу в воду. Блин, классно вот это вот сделали, то что, да, вот мне сейчас... огнем в меня жахнул этот монстр, да, и водичку сразу опустился и потух. Все как положено. Так, сильвер. Сильвер. Это все сильвер. Ну, кстати, бурус серебра тоже можно сделать, как бы, да, никто. Кстати, вон еще одна лаборатория. Ну, давайте. Проберемся к этой. Слушайте, это если, по идее, воду еще в электричество пустить, то это просто капец будет. Так, ДПС 255. Урон за выстрел 46. Ну, это... Это неинтересно совсем. А, мы, кстати, уже к ядру спустились. Да, планета на самом деле небольшая совсем. И мы уже у ядра. Так. Там нас ждет еще одна лаборатория. Так, я сейчас на шипах здесь помру. Кстати, там дверь открыта, да? Или закрыта? Сейчас посмотрим. Все, дверь открывать ты не умеешь, правда? Так, а ну-ка. Это копается часть лаборатории, это меня радует. О, свет включили. Ну, ничего особенного, да? Понятно. Не густо. Я надеялся на что-то более интересное. Так, там наверное, земля везде. Ну, я предлагаю подняться куда-то выше немножко. Где слой помягче, где... А нет, не земля, здесь все нормально. Где копать попроще будет. И, наверное, я здесь... На этом серию я, да, закончу, наверное. И сейчас засяду здесь, покопаю хорошенечко где-то. Нам-то... Нужно золото накопать, нам нужно титана накопать, нам нужно накопать этого урана в большом количестве, чтобы мы могли накрафтить кучу всяких полезных штук в следующей серии. И чтобы мы могли еще с одним боссом поквитаться, ну или выполнить еще один квест. Я не знаю, что там, босс, не босс будет, посмотрим. Это уже будет видно. Ну, кстати, тут грибной биомчик какой-то. Или это плоть, опять же, я не особо их различаю. Все они красные, беспонтовые. Вот, и здесь копать будет... Да, это опять плоть. Плоть. Как-то ужасно, наверное, копаться в чьей-то плоти. Бинтуемся, бинтуемся, бинтуемся. Быстрее, быстрее, быстрее. Ты добрый? Это добрый. Товарищ, так, хорошо. Там. О, кстати, еще один сундучок. Ну-ка, да ну. У-у-у, смотрите. Пустая. Да, пустая карточка для
Обалдеть, для технологии. Вот это круто. Это реально очень здорово. Я-то надеялся, ну не надеялся, я думал, что все эти карточки нам будут по квестам выдавать, да, в строго определенно отведенное время, да. И, но нет, все не так уж плохо оказалось. Все совсем не так уж плохо. И смотрите, да, здесь тоже много титаниума. Вот. Ну хорошо, ребята, на этом я буду с вами прощаться. Я немного покопаю еще здесь. И в следующей серии мы с вами увидимся и пойдем выполнять следующее задание. Какое-то там с Флорианами, да? Да, хорошо, пока.